Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во FNAF World. Друзья, если что, это вторая серия, честно скажу, многим игрушка зашла, притом она... Я на самом деле... До конца не понял, то есть, ну, это понятное дело, что это FNAF RPG, но как мы с тобой так? Нормальный мод 0.14, вот, нам здесь, да, мы с тобой продолжаем, остановились мы вроде как в шахте, вот наша сплоченная команда тут есть, притом можно команду, как ты видишь, немножечко поменять, то есть, например, я, кстати, хочу на самом деле поменять, сейчас мы давай reset нажмем, и я хочу первую, мы можем, офигеть, у нас добавились, смотри, Toxic Bite, Пицца Вилл, вау, давай-ка вот этого выберем, потом Баш Джем, сейчас, секунду, нам нужен какой-нибудь Призбол, Хэппи Джем, вот, и двое лекарей мы можем с тобой поставить, то есть вот такие вот будут у нас чибрики, а вторая команда у нас будет, сейчас мы с тобой посмотрим, Фредди мне не особо прям как, ну... Прям супер-супер, поэтому во. Вот такая у меня будет команда. Блин, это круто то, что теперь... О, Nightmare Freddy, посмотри. Жуткий какой, у него аж три головы. Итак, но мы все равно сейчас ходим за джамп. А. Блин, это теперь точки телепортации. Блин, черт, только не дровосеки. Ладно. Так, капкейки быстрее, Toxic Bite. Офигеть, это просто офигенный укус. И при том, как ты видишь, у них еще отнимаются хпшки, как я понял. Да, смотри, супер, уже минус один, байт. Toxic Bite. Капкейк. Это идеальная просто команда. Это офигенно, чуваки. Чика вот эта вот, она... Капец, что делает. Короче, ладно, мы, друзья, сейчас идем с тобой. Кстати, этого босса мы вроде как побеждали. Почему он там вообще? Или его можно... Боже ты мой. Крысы. Только не это. Toxic Bite. Баш Джем. Капкейк. Потихонечку, потихонечку, помаленечку мы с тобой сейчас будем их вот так вот ударять. Это офигеть, что мы делаем. Супер. Все. Все, опять выиграли. А вы помните, сколько мы тратили на вот этих вот крыс деревянных времени? Это ж капец. Все, ладно, идем, друзья. Надеюсь, на нас сейчас никто не нападет, потому что изредка это очень-очень напрягает. Так. Дровосеки! Блин, я их уже просто ненавижу. Так, укусаем их. Баш Джем. Кстати, надо посмотреть в другой команде, потому что, ну, что-то я хочу в другой команде посмотреть. Пицца Вилл. Ну, так себе. Jump Scare. Их тоже не... Как бы неплохие такие. Да, блин, там не Пицца Вилл надо было выбрать, а... Кстати, можно так совмещать быстро. Раз-раз переключаться. Можно прям офигенную команду сделать. Так, все, мы наконец-то в шахты с тобой зашли. Теперь будем рассматривать, что же здесь у нас происходит. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Надеюсь, я сказал, я что-то у меня в голове. Сейчас это... Как-то мы быстренько просто начали играть. Что я аж... И, конечно, не забудьте поставить лайкосик, пацаны, это потому что очень-очень-очень-очень-очень важно. И также подписывайтесь на канал, если вы любители ФНАФа. Вот, я надеюсь, мы со ФНАФом World быстренько закончим, потому что ФНАФ 7 уже рип. Могила, кто-то здесь умер! О, боже мой! Так, сейчас, тихо. Баш Джем. Ну, знаешь, какой-то так себе. Я, если честно, что-то думал, что будет крутое, но... В итоге... Как-то так себе. То есть, в принципе, вот так вот можно сражаться. Так, главное, чтобы нас не уничтожили. Капкейки немного добавят нам здоровья, и все, сейчас будет нормально. Все по плану. Ух ты, смотри, какие жесткие они, а! Так. У кого-то мы точно лишимся. Ага, мы их, смотри, еще как интересно. Не, самое прикольное, наверное, реально переключаться. Это прям вообще суперски.
Но мы создадим, друзья, мы создадим команду мечты чуть попозже. Но самое интересное, что у них, в принципе, у Чик, вот, можно поднять стату, и все нормально. Да, если только стату сразу, хопа, подправить вверх. Пинк-пинк. И вообще все идеально будет. Так, идем мы с тобой куда-то вот не по... Ох ты ж босс какой! Ля, какой босс, смотри-ка. Так, давай-ка, баш-джем. Так, нормась. Укус токсический, так. Теперь нам капкейки нужны, еще капкейки. Уже половина хп у этого монстра, офигеть, ядрен батон. Глаз здоровенный. Так, 22, токсик байт, опять же. Все, сейчас потихонечку мы с тобой, да, применяем вот эти вот штуки, хэппи джем. Тридцать четыре. Какая-то водяная вот эта вот пушка. Слуш. Ух ты, блин! Слушай, у Чики вот этой вот фантомной. Офигеть, что происходит. Ты видел вообще? Я что-то только один токсик байт использовал. Ну, токсический укус. А понимаю то, что это офигеть. Вы нашли новый чип. Итак, у нас теперь... Смотри... Спидбуст и еще кометы. Ну-ка, давай-ка мы прочитаем. У меня переводчик, друзья, если что, включен. Мы сейчас будем немного переводить. Вот, я на английском не шпарю нифига. А что офигенно-то так переводит, что аж не переводит. Настройки. Ну-ка, распознавание, английский. Перевод русский. Ну, типа, переводи. Че ты не переводишь-то? Комет Мэй. Кометы. То есть это иногда кометы могут падать. Вот оно что. И мы теперь, у нас еще скорость. Да, давай, офигеть. Вот это круто. То есть вот эти кометы нам помогают. Я сначала подумал, что это может мы... Это супер, это просто супер. Так, хорошо. Давай выходим из этого ужасного лабиринта. Боже ты мой. Давай, капкейк. Сейчас что-нибудь придумаем, погоди. Так. Есть. Тихо. Блин, не подействовало, к сожалению. Придется нам тут втроем разбираться. Унскрёу. Ну-ка, что это такое? Так, комета, давай. Слуш. Во, скорость уменьшена, вот, это вообще супер. Так, переключаемся, быстрей. У нас что-то с нашей... Офигеть. Так, это команда какого-то фига прям реально хороша. Так, красавчики. Черт, когда же вы умрете, блин? Призбол. Получай. Мы можем реально либо рандомно вот это все нажимать, но... Все, справились. Слушай, это было тяжко немножечко-то. Офигеть. Так, ладно, какие-то шахты, блин. Вроде как чип нам должен был дать немножечко... Чего-то хорошего, а в итоге мы с тобой тупик. Ну, в принципе, мы здесь нашли чип, то есть, по идее... Боже мой, големы! Так. Погнали. Быстрей! Красавчики, капкейки. Блин, они уничтожили, вы засранцы! Что ж вы наделали-то?
Jumpscare, кстати, вообще, вот это вот хорошая вещь тоже. Жесть, они так вообще сильно бьют. Да ладно вам! Чего такие жесткие? Готовы, 107, ух ты. Так. Давайте, пацаны! Все, последний остался. Все, готов, офигеть! Офигеть, жесткие бои стали! Токены мы, кстати, получаем. Ох ты ж, блин! Так. А вот и новый, кстати. Новый Фредди. Shadow Freddy. Темный Фредди. Так. Теневой. Так, быстрее надо. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, точно не знаю, когда мы его, конечно, уничтожим. Так. Так, нормально. Еще можем понизить тут. Так. Давай, потихонечку, вот. Можно разбирать. Все, готов. То есть, вот как-то так это делается. И все, у нас теперь новый персонаж. Да, это здорово. Это вообще круто. Все. Так, и теперь мы сходим, конечно. Ну, сюда мы вроде... Давай сейчас еще раз. Да боже мой, я уже ненавижу их. А вот, он разбирает их, по идее. А он, кстати, разбирает очень быстро. Смотри, как быстро. Вот эта атака вообще какая-то сильная. Да. Это какая-то фирменная такая атака. Крутая. И там что-то справа есть. Вроде как. Но, блин, как туда добраться-то, а? Так, короче, я, пацаны, блуждаю здесь. Блуждаю, смотрю. Не могу. Не могу прийти, видимо, это все. Ну-ка, давай-ка вот так вот сходим. Так, это выход был. Блин, я только что на выход хотел. Ладно, придется вас вот так вот разбирать. Быстрее, 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 пацаны. Все, сейчас мы с тобой зарядим, блин, в них. Так, пробуем. Ноуп, нет. Но их не разобрать, потому что они же, по идее, големы, блин. Кто их... Так, что-то у нас какая-то проблема. Ладно, ребят. Что-то вы сами, блин, захотели... Ладно, сейчас будем разбираться с вами потихонечку. Смотри, что происходит, а? Смотри, сколько их тут. Ух ты, засранцы просто, а? Ну, это какие-то крутые gold mine. Офигеть, золото. Ну, блин, попробуй только... Попробуй только как-то их, блин... Так, капкейки, 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 капкейки. Во, вот этим вот сейчас будем... Блин, они проблема в том, что самого нашего крутого, блин, мочат. И в этом есть беда. Так, давай, давай, давай. Собрались, собрались, собрались. У нас есть шанс. Ну, что-то вообще жестко. Toxic Bite. Капкейки. Живем еле как, если честно. Еще капкейки. О, отлично, живем. Им приходится только капкейками питаться. Черт, капкейки, 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 капкейки. Так, они теперь переключились, видишь? Так, все, хорош, блин! Офигеть, они жесткие. Все, минус один тут уже. Все, давай, давай, кусай, 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 кусай. Черт. У тебя, конечно, надежда большая, братан. Ох ты ж, блин, последний. Один на один, можешь сказать. Сейчас мы с тобой... 8, разобрали, боже мой. Фастокен 75. Я не знаю, куда их. Их надо по-любому куда-то, блин, влить нам. Все, нафиг, я выхожу из этих катакомб. Это какая-то жопа полная. Мне тут надоело.
Так, мы можем перепрыгнуть сюда, вот, на ферму. Смотри, пчелки нам помогают. О, как. Отлично. Давай берем пчелку. То есть надо улучшать. Мы столько, блин, токенов заработали. Что-то мы... Так, и что пчелка мне дает? Ого! Нифига себе, пчелочка! Укуси меня, пчела! Неплохо работает. Теперь мне надо... А, у меня... Давай вот это вот купим. Хоть у нас защита теперь будет. Джеко Бонни. Нормась. То есть какую-то такую, такую фигню. Так. Давай, играю. Короче... Нам надо вон тот алмаз. И это немного сложновато, пацаны, потому что, блин, рыбы эти, они... Ну, блин. Блин. Два. Двойка. Двойка. Плюштрап. Блин, прикольный чувачок маленький. Да, ну ладно, ничего, не переживаем. Теперь у нас будет пчела, которая будет нам помогать. Офигеть, за марионетку можно поиграть. Так, все. Мы можем также другие, в принципе, взять. Так, ну как она стреляет? Да, она стреляет! Она неплохо стреляет, я тебе скажу. А что если их набрать? Будь здорова. А что если их набрать? О-о-о! Ай, серьезно, офигеть! Посмотри, кто у нас тут! Вот это прикольно. Все, начинаем его атаковать. А, это прикол! А чё он, интересно, баллонбой может тут? Так, вперед, 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 пацаны. Ну его можно разобрать. Чё мы немножечко тут как-то... А, все, все уже, блин. Ну нормально, нормась. Так, новый член команды. Отлично. Так, тут не пройти. Тут какая-то фигня, тут тоже. Так, 10 этих мы с тобой получаем. Там босс. Войти мы не можем. Ну, в чем проблема? То есть мы можем куда-нибудь там вниз. О, как. Раз, раз. Красиво, мехкраб. Но чем дальше мы уходим, там тем тяжелее противники. Тут-то пока, слава богу, нормально. Вот, мы тут были, то есть помнишь вот эти вот глюки? То есть мы, по идее, можем в этом... Тут два мира, как мне объяснили. То есть... Так, мы можем вот сюда попасть. А можем туда... Там вот какой-то синий этот. Но там не пройти. Ладно. Ладно, я понял. Лады. Баллонбой. Блин, интересно, что он делает. Надо вот за них именно поиграть, друзья. Ох. Все. Команду набрать. Мы при том еще двух этих новых разблокировали. О, да уже! О, офигеть! Фантомный. А он, я так понимаю, он намного круче. Фантомный баллонбой. Так. Так, пацаны, вижу, урон нормально. Вот, вот это вот, разбираем, разбираем. Есть, готов. Блин, теперь хочется проверить и обычного, и этого. Боже мой, столько персонажей мне сейчас дали, офигеть. Так. Давай посмотрим куда-нибудь. Да, боже ты мой, ладно, давай сразу их. Самое прикольное то, что он вообще, вот эта чика, она сразу всех, хоп, кусает. Ну, капкейки мне нужны. Так. Тут, чтобы пройти, надо этого уничтожить. Я думаю, это будет легко. Все, готов. Потому что это первый босс. Наверное. Так, XP у нас повысилось. Отлично. Новый челлендж по-любому там не за горами будет. Новый чип сила. Так. О, ну-ка давай-ка переводим. Ну, короче, с бустом. Там было написано. Начинайте. Начните бой с временным повышением сил. Отлично. Великолепно.
Фредбир. Так, ну и давай сейчас протестируем это все. Могу ли я тут... Тут я не могу пройти, к сожалению. Все, мы тут просто каждого выносим, ребят. Ну, в следующей серии мы с тобой начнем. Я видишь, в чем проблема? Я даже... Вот, еще один чип. Защита. О, боже мой, нифига себе. Начинайте бой с хорошей... Ну, это здорово. Теперь у меня все 4 чипа. Но посмотрим, чем лучше жертвовать. Я, правда, не знаю, чем. Лучше... Ну, тут, видишь, я пройти уже не могу. На этом мы сегодня закончим. Да что ж ты будешь делать-то? Офигеть, тут что вообще происходит? В следующей серии обязательно, друзья, побольше пройдем, чтобы... Ну, надо собрать какую-нибудь команду такую поприкольней. Вот. Не забывай также ставить лайкосик и подписываться на канал. Скоро будет, друзья, FNAF 7. Уже вот-вот-вот скоро, пацаны. Так что обязательно ждите. Бай-бай, дорогие братишки.